Ровно 2 месяца остается до начала 18-х сурдолимпийских зимних игр. Впервые они будут проходить в России сразу в 2 городах – Ханты-Мансийске и Магнитогорске. Игры обещают стать самыми представительными в новейшей истории. Это программа «Без посредников». Меня зовут Алексей Кудрявцев. Какая часть соревнований пройдет в столице Югры? Сколько спортсменов из Ханты-Мансийского округа будут выступать за сборную России? И каковы их шансы на медали, узнаем прямо сейчас у директора Центра адаптивного спорта Югры Эдуарда Исакова. Добрый вечер. Добрый вечер. Сурдолимпийские зимние игры. Что это за соревнования? Они будут проходить уже 18-й раз. Каков их формат и какие виды мы сможем увидеть в Ханты-Мансийске? Сурдолимпийские игры, они же дефлимпийские. Это соревнования среди глухих и слабослышащих спортсменов. Проводятся точно так же, как олимпийские и паралимпийские, раз в 4 года. До этого соревнования принимали такие страны, как США, Канада, Норвегия, Швеция, Швейцария, Франция, Италия. И сейчас представлена возможность России провести впервые... Впервые в истории, впервые, да? Да, угу. Впервые в Ханты-Мансийске. Ханты-Мансийске впервые. Я считаю, не просто так Ханты-Мансийск выбран столицей проведения сурдолимпийских игр, потому что когда изучали, в какие из городов могут принять такие соревнования, выбор сразу пал на наш город, потому что у нас инфраструктура, которая соответствует всем международным стандартам, и городская, и спортивные объекты соответствуют международным стандартам. Шаговая доступность спортивных объектов от гостиничных комплексов. Ну и самое важное, это очень красивый город и радушный, который уже имеет опыт проведения соревнований международного уровня как по олимпийским видам спорта, так и по паралимпийским. Что мы в Ханты-Мансийске видим? Какие виды спорта непосредственно будут представлены? Все виды спорта, которые будут в программе сурдолимпийских игр, будут представлены их в Ханты-Мансийске. Это 5 видов спорта. Угу. Это хоккей, кёрлинг, горные лыжи, сноуборд и лыжные гонки. Часть дисциплин в горных лыжах будет проходить в Магнитогорске. Ну вот есть же еще паралимпийские игры, как, про которые вы уже сказали. Mm-hmm. А чем, собственно, они отличаются от сурдолимпийских? И вообще в паралимпийских участвуют те же самослышащие спортсмены? В паралимпийских играх участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного mm-hmm. аппарата и слепые и слабовидящие спортсмены. Mm-hmm. Да. А в сурдолимпийских играх участвуют глухие и слабослышащие спортсмены. Ну и девиз, слоган наших сурдолимпийских игр – это можно не слышать, главное видеть. И я уверен, что сурдолимпийские игры, которые пройдут в России, в городе Ханты-Мансийске и Магнитогорске, оставят след у россиян. И тем самым мы поднимем и сурдолимпийское движение. Россияне увидят, узнают наших героев-сурдолимпийцев. И я уверен, что это будет большой толчок для развития международного сурдолимпийского движения. Потому что предыдущие сурдолимпийские зимние игры были отменены по финансовой ситуации, которые должны были быть в Словакии проведены. Угу. Вот кто приедет в Ханты-Мансийск, какие сборные ждать? Я сказал, что обещают быть эти игры самыми представительными. А спортсмены каких стран и вообще много ли их будет? Заявки подали спортсмены из 27 стран, это около 450 спортсменов. У нас основные конкуренты, это если в сноуборде брать, это Финляндия, Япония, Канада. Если берем хоккей, это Канада и американцы. Если лыжные гонки, это Украина, Финляндия. Если кёрлинг, это Хорватия, Украина и Канада. Наши спортсмены... проведен с ними полный комплекс мероприятий по подготовке к сурдолимпийским играм. Приедут 78 юношей и девушек, входящих в состав сборной команды России. Mm-hmm. Да. Это самая большая, так понимаю, сборная будет? Ну да, одна из самых больших, потому что Америка тоже привезет большую команду. Ребята очень титулованные. Кроме того, команда Югры будет представлена в составе сборной команды России 6 спортсменами. То есть это в сборную войдут 6 спортсменов из Югры? Да, это 5 лыжников, это сурдолимпийские чемпионы, это Сергей Ремилов, Алексей Грошев, Степан Кузнецов, Татьяна Федулова и Аня Федулова и Татьяна Горбунова. И наша сноубордистка Маша Подоровская. Все спортсмены рассчитывают на медали, поэтому мы надеемся, что Югру и Россию
наши спортсмены прославят. Как сейчас готовятся наши именно югорские спортсмены к предстоящим соревнованиям? Ну, это две недели, я уже сказал, два месяца остается. В общем-то, этот срок не такой большой. Все ли условия созданы? И я так понимаю, что когда они к пику формы подойдут? Наши лыжники сейчас только приехали из Германии, где проходили сборы, переехали в город Сочи. Там они на Среднегорье проходят подготовку к сурдолимпийским играм. В конце февраля будет проходить в Перми чемпионат России по лыжным гонкам среди глухих и слабослышащих спортсменов. И после чемпионата России наши спортсмены приедут в Ханты-Мансийск, уже готовятся до самых сурдолимпийских игр. Маша Подоровская, она уже полмесяца проводит сборы в Ханты-Мансийске. Ее устраивает комплекс «Хвойный урман» и в комфортных условиях, в домашних, тренируется. Ты чувствуешь себя как дома. Но она дома, уже она дома, да. Вообще вот люди, что касается людей с ограниченными возможностями, то есть слабослышащих, вообще вот за последнее время как больше вообще стало желающих заниматься спортом в Югре и даже, наверное, сколько не заниматься спортом, а больше возможностей стало, то есть вот, чтобы люди занимались спортом. Правительство Югры социальную политику, социально ориентированную политику проводит, и ту заботу, которая чувствуется, окружает Наталья Владимировна Комарова. На самом деле она чувствуется постоянно. Наталья Владимировна может и мне позвонить в любое время, если она где-то в интернете увидит или по телевидению какую-то новость в другом субъекте или за рубежом, что вот там к людям с инвалидностью такие-то программы применяют. Она тут же: Эдуард, а ты знаешь об этой программе? А у нас так же? А что надо сделать, чтобы комфортнее было для наших людей с инвалидностью? Точно так же она ежедневно интересуется ходом подготовки к проведению сурдолимпийских игр, интересуется, переживает, как будут люди слабослышащие общаться. Она очень уже много... язык жестов выучила. Да, она уже немного может общаться и с глухими людьми. Поэтому чувствует эту заботу, и нам очень комфортно работать, потому что это не работа с людьми с инвалидностью, не только складывается в одном центре адаптивного спорта. Это работа всей команды. Это и департамент спорта Югры, и в каждом муниципальном образовании управление по спорту. Все работают в едином ключе, в едином направлении. И если бы не было поддержки нам от муниципальных образований, то это нереально развить до того уровня адаптивный спорт, который на сегодняшний день получил свое развитие. Поэтому я глубоко благодарен всем муниципальным образованиям, которые помогают, поддерживают. Ведь у нас люди с инвалидностью посещают спортивные площадки бесплатно, и нам комфортно, если предоставляется время людям с инвалидностью для занятия спортом, комфортное для нас, для людей с инвалидностью. Поэтому и такие результаты. Лыжно-хоккейная команда выступает на, считаю, на очень достойном уровне. И недавно мы ездили на международный турнир в Америку специально, чтобы поиграть с сильнейшими американскими и канадскими спортсменами. И когда старший тренер перед отъездом подошел ко мне и говорит: какие вы ставите задачи? Я говорю: ну просто обкатайте новеньких, посмотрите над ошибками. А они приехали и выиграли. Ну, как всегда бывает. Сейчас наши ребята вот сейчас возвращаются из Германии. Тоже проходил в Германии международный турнир по слэдж-хоккею. Принимали участие там сборные команды уже. Если в Америке проходили, было соревнование среди клубных команд, то в Германии проходили соревнования среди сборных команд. Там Норвегия была, Швейцария и Чехия. И наша команда ехала не самым сильным составом. Мы обкатывали новых спортсменов и, считаю, очень хорошо выступили. Потенциал-то есть, так понимаю. Потенциал очень большой. Ну, так вот такую картину нарисовали в округе, идеалистическую, в общем-то. Как будто проблем у нас никаких нет. Это значит, что потребностей специальных спортивных объектов нету или там специалистов каких-то? Мы на самом деле проводили недавно научные исследования. И все барьеры, которые существуют для развития адаптивного спорта в Югре, мы знаем. Но у нас разработана стратегия развития адаптивного спорта в Югре, и мы планомерно продвигаемся к тем установкам, которые нам Министерство спорта поставило. Задача как для всех субъектов – это чтобы 20% людей с инвалидностью могли активно заниматься спортом. На сегодня эта цифра где-то около 9% людей с инвалидностью –
занимается активно, это не менее 3 раз в неделю. Какие самые активные виды спорта? Это легкая атлетика, это плавание, это пауэрлифтинг, это настольный теннис. С 2014 года мы начали развивать такой новый для нас вид спорта. Это фехтование. Я вам хочу сказать, что это группу эту ведет девушка, участница 2 паралимпийских игр, которая была гражданкой Украины, но из-за вот этого боевых действий, вот она жила в Донецке, в самом таком районе, там Петровский, что ли, район, который подвергается наиболее бомбежке. И вот она мне позвонила полгода, вот когда вот только-только этот конфликт начался, это где-то около, может, 4 месяца назад, или там, я уж не помню, или 5 месяцев назад, и с просьбой, что вот могли бы вы принять меня на работу. И вот мы сделали все условия, то есть она приехала, мы ее привезли сюда, и она уже начала работу в филиале в нашем городе Югорске по как раз набору ребят в секцию фехтования. Ну, вернемся к сурдолимпийским играм предстоящим. Насколько высоким вообще будет уровень спортсменов? Это будет такой любительский, так, ну, на уровне там, физкультурного, все-таки это уровень мастеров будет, которые будут приезжать выступать? Сурдолимпийские игры – это уровень среди глухих и слабослышащих. Это приезжает элита, это лучшие спортсмены, это чемпионы своих стран приезжают. И поэтому, если сравнивать с олимпийцами, так вот по разрядным нормативам, это где-то между мастером спорта международного класса России и между мастером спорта. Это очень серьезный уровень. То есть будет уровень. На что посмотреть? Да, конечно, это интересно. Я, пользуясь случаем, всех зрителей хочу пригласить, ну, прежде всего, на такие матчи, как хоккей. И наша команда, сборная России, является действующим чемпионом мира. И у нас есть все шансы, ну, повторить этот результат. Поэтому приходите, приезжайте, смотрите. Кёрлинг очень новый для нас вид спорта, интересный вид спорта. Я смотрел на паралимпийских играх в Сочи кёрлинг. Мне он понравился и заинтересовался. У нас в наших программах развития физической культуры и спорта предусмотрено строительство 3 кёрлинг-центров. Но это в ближайшем будущем. Но сегодня уже жители Ханты-Мансийской, гости могут посмотреть, как играют, выступают в кёрлинге глухие, слабослышащие спортсмены. Очень интересно. Я присутствовал на чемпионате Европы, который проходил в Сочи. Мне очень понравилось. Ну и последний вопрос. В силу того, что конкуренция будет высокой, да, сможем ли мы претендовать на медали? И вообще, югорские спортсмены смогут претендовать на медали? Я уверен, что в Югре будут медали сурдолимпийские самого высшего качества. И поэтому... Но то есть я уверен, есть что, медальные, да, планы, я так понимаю. Да, если в 2007 году были последние зимние сурдолимпийские игры в Америке проходили, и наша команда выступала в 2 дисциплинах, это в лыжных гонках и хоккее, и завоевали первое командное место в неофициальном командном зачете. На этих сурдолимпийских играх сборная команда России представлена во всех видах спорта, поэтому я уж... Ждем побед от наших сурдолимпийцев и желаем им удачи. Спасибо вам. На вопросы без посредников сегодня отвечал директор Центра адаптивного спорта Югры Эдуард Исаков.